Слушайте, я хотел показать, насколько крутую площадку сделала Страна.ком. Страна.девелопинг, застройщик. Мы сейчас с дочкой пришли сюда посмотреть. Во-первых, мост вот такой зареализован. Это я вообще не видел до этого. Вот. Во-вторых, тренажеры прям здесь. Вот у меня дочка сейчас играет. Что, нравится? Нормально. Вот смотрите, какое сделано спортивное поле, наверное. Вот тут ворота. Вот там сетка висит. Баскетбол есть, что важно. То, что меня совсем удивило и обрадовало, это вот эти маленькие ворота для детей. То есть не только, вон там такие же тоже, видите, с той стороны. Маленькие. То есть это можно играть и на полполя, и на целое поле. Вот, еще хотел вот здесь показать. Тоже классно сделано. Тут можно посмотреть, я думаю. Вот видите, тоже такая зона. Вот так она оформлена. Все очень в эко-стиле, современно. Вот, но вот так вот круто реализовано. И давайте еще вот здесь покажу. Челин, все на спорте? Здесь еще один такой тренажер. Очень современный. Это новое все. Для Тюмени вот эти штуки сделаны. И даже для тенниса все реализовано. И кто вот еще не знает, у них фишка такая с паркинга. Прям вход идет в дом. Представляете? Вообще зачет для наших условий. Поэтому Страна.ком и страна, ну, страна девелопмент, на мой взгляд, не зря. Один из лидеров российского девелопмента на сегодня по развитию. Я думаю, у них очень большое будущее.